Юбилейное 5-е заседание суда по делу игровиков решил почтить своим визитом редкий гость, один из обвиняемых, Василий Криворучко. В прошлые разы процесс все никак не могли начать из-за его неявок. Напомним, в настоящее время он должен отбывать наказание по другому уголовному делу за совершенное им смертельное ДТП. Но вместо этого бизнесмен находился на лечении и проходил медэкспертизу. Наконец, сегодня игровики встретились в зале суда в полном составе, но начать процесс все же не удалось. Нам представлена справка о том, что адвокат Новиков 15.02.2015 года находится в очередном обществе за 15 год. Попрошу всех высказаться, что будем делать. Назначить дежурного адвоката, предложил один из фигурантов дела, экс-депутат Сергей Ретнов, уверенный, что дело затягивается намеренно. Но судья принял решение разойтись, чтобы собраться снова на старый Новый год. Отпуск адвоката Василия Криворучко к 13 января как раз закончится, и есть шанс таки начать процесс по громкому делу, если, конечно, еще кто-нибудь не заболеет. Ну а пока по ходатайству прокурора всем обвиняемым продлили меры пресечения. Одни будут оставаться под стражей, другие под домашним арестом до апреля.